początek. Krasie. Блять, что? Нахуй мне послать перевод на WebMoney с кодом протекции? Найс, поиграл в казино. Я не могу депозитовать в казино, мне поставили перевод с кодом протекции. Или могу? Неверный код протекции. Ну тогда го, собственно, это пока свои закинул. Ща, парни, ща будет контент, извините. Пытаюсь задепозитить. Извиняюсь за задержку. Так, оплатить. Только, ну, не бочинь. Ура, вроде оплачивает. Да, 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 оплатить, получить код, смс. Я почти в деле. Все, играем ультра-мега-ласт в PUBG, ультра-ласт в PUBG и казино. Да. Че? Все, гайс. Супер-мега-ласт в PUBG и иду в казиночек. Такс. Нахуй я веб-код вернул, я хуй знает. Я уже давно закончил. Быть дауном, быть дауном. Аха-ха-ха. По печени тупой. Всего лишь повернул вебку на монитор, чтобы работяги не спалили, как он вводит пароль с клавиатуры. Гениально, рафла не бала. Блять. Ну что еще? Величайший, здорово. Поправь вебку, а ты уже все коды спалил 15 тысячам человек. Блять, а чем их спалить, интересно? Я труп. Да, я труп, я никак не мог с позиции лежа. Кстати, мне интересно, что я спалил на стриме. Я пойду сейчас пересматривать свой стрим, это пиздец. Что за даун? Почему у меня постоянно что-то палится на стриме? Кто спалил этот киви, помните? Пароль киви спалил, у меня спиздили 1000 рублей. А хотя нихуя тут не мог спалить. Тут кусок монитора видно только. Хотя... Надо. Я бы и мог. А вот я в мане типа захожу, ну тут я ничего не спалил. Нихуя тут нельзя забыть. Секции! Блять. Найс поиграл. Не, ну тут мало спалено, конечно. ДЦП, блять, на стримере.